Уважаемые друзья, дамы и господа, Шамо Боксинг, Шамир Петросян, культурно-развлекательный центр «Арбат» при поддержке клуба «Вольта» представляет вашему вниманию четырехраундовый поединок. Я приглашаю в ринг рефери четырехраундового поединка, встречаем Андрей Курнявко, чемпион мира, чемпион Советского Союза, победитель игр «Доброй воли» по боксу. Синего ринга, добро пожаловать! Владимир Гальченко, Россия, город Оренбург, клуб «Боец», встречаем! Thank you.
Седьмого ринга Владимир Гальченко, Россия, город Оренбург, клуб «Боец». 28 лет боксеру, рост 1 метр 88 сантиметров, вес 73 килограмма 300 грамма. Дебютирует на профессиональном ринге. Yeah.
красном углу ринга. Боец, чей возраст 35 лет. Рост 1,78 сантиметров. Вес 72 килограмма 800 граммов. Дебютирует на профессиональном ринге. Александр Юдин, Россия. Главный бой сегодняшнего вечера. Main event. Бразилец Хамилтон Вентура по прозвищу Хелодера, холодильник, и Рахим Чехиев, Россия, по прозвищу Машина. Thank you.
Четвертый финальный раунд. Спортсмена Владимир Гащенко, клуб «Боец» города Оренбург. Удачи, ребята!